Традиционный областной фестиваль-ярмарка «Берестейские сани» вот уже 3 года в январе дарит праздник всему Первому региону и гостям области. В новом году эстафету чудес, подарков и незабываемого веселья 20 января примет город Пинск. Ожидается, что гостями фестиваля-ярмарки станут не менее 200 тысяч человек. Затем, конечно же, не обойдемся без определенных фишек. Это одна из таких фишек у нас будет на третьем нашем фестивале. Это создание книги рекордов Берестейских саней. Она, эта летопись, там откроется и уже будет заноситься туда определенные те моменты, которые на самом деле знаковые вот за этих уже 3 проведенных фестиваля, чем запомнились, и, соответственно, с каждым годом они будут, соответственно, эта книга, эта летопись прирастать и прирастать. Одна из таких интересных фишек — это будет то, что будет создано более 200 пар Снегурочки и Деда Мороза. Соответственно, это будет целое шествие, это будет такое красивое, фееричное, красочное шествие по центральной улице с музыкальным сопровождением. Очень интересно это будет, заплыв маршей. Среди постоянных и самых ожидаемых событий в программе фестиваля было и останется парад платформ от предприятий. Более 30 компаний Пинска и Пинского района представят красочные, необычные, а самое главное, новогодние машины. Возглавят парад настоящие берестейские сани в сопровождении 200 пар Дедов Морозов и Снегурочек. Ну и на этом сюрпризы не закончатся. Будет ярмарка продажи народных мастеров Пинщины и области. У нас этот клуб в Пинске называется «Полесские мастера», где представлено более 100 мастеров, из них есть и народные мастера со званием, ну и также и местные. Ну, основные ключевые моменты уже обозначили, это и крещенский забег, и берестейский морф, поскольку мы обладаем таким водным ресурсом, было бы плохо, если бы не похвалиться. Объекты торговли и общепита, спортивные и развлекательные, интерактивные площадки и фотозоны – все это ждет гостей фестиваля. Любителям хендмейда советуем посетить улицу ремесленников, а для тех, кто хочет отдохнуть и прицениться – выставки и продажи предприятий. Все действие развернется на центральной площади Пинска и пешеходной улице Ленина. Также в этом празднике будут участвовать и среднеспециальные учебные заведения, будут демонстрировать свою выставку-продажу. Наш университет Полесский, города Пинска, расположен в городе Пинске. Наши школы, которые примут участие в шествии Дедов Морозов, то, что сказал Владимир Васильевич, мы постараемся удивить всех данным мероприятием. Ну, а уже было ранее сказано, что это город, стоящий на реке, поэтому постараемся, чтобы в шествии участвовало как можно больше тех, назовем их, транспортных средств, которые передвигаются по реке. Василина Буцкевич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, новости Бреста.